зачем вернулся? Некоторые говорят, для того, чтобы был такой, чтобы его возвращение послужило таким, знаете, триггером перемен. Его возвращение, протесты по поводу его ареста и так далее. Я думаю, что он действительно надеялся на это, конечно. Но не только в этом дело. Его вело чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства. Невозможность сдаться, невозможность уступить злу. Вот невозможность и все, понимаете? Виктор Франкл говорил, что достойное поведение имеет глубокий смысл даже в момент казни. И вот мы видим, что Алексей велся достойно до самого конца. Вот. А те, кто говорят, зачем он вернулся, ну, во-первых, это неуместно. Во-вторых, ну, просто люди не понимают мотивацию героев.